изучить их вкладыши и путь. Проводить различные викторины в игровой форме давно стало доброй традицией Центральной библиотеки. В этот раз организаторы решили устроить необычный литературный бал. В прошлом году тема была посвящена 200-летию Бородинского сражения. Сегодняшнее мероприятие получило название «Вихри Большого Света» и приурочено к юбилею романа Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин». В 2013-м одному из самых значительных произведений русской словесности исполняется 190 лет. Принять участие в мероприятии вызвались ребята из всех средних школ поселка, профессиональных училищ, а также студенты из сельскохозяйственного колледжа. Всего 6 команд. Командам предлагается сыграть фанты. Задания ребятам попались самые разные – от шуточных конкурсов до серьезных литературных вопросов по произведениям Пушкина, Лермонтова и других известных писателей. Сюжет какого романа Александра Дюма нашел в записках из архива парижской полиции? Молодец! Красава! Следующий. Творчески проявиться и отдохнуть можно в холле. Здесь ребята рисуют одну общую картину на тему осени. В салоне хороших манер команды соревнуются в знании правил этикета, которые актуальны во все времена. Кстати, организаторы отмечают, что все команды отлично справились с этим заданием. В литературном салоне ребятам предложено 5 произведений из школьной программы и 15 слов, каждый из которых необходимо отнести к определенному произведению. А можно дуэль? И дуэль тоже, Евгения Онегина. В читальном зале расположился эрудит-салон. Вопросы здесь самые разные, в основном на проверку общих школьных знаний, истории, религии и мифологии. Заключительный этап состязаний – домашнее задание. Команды показывают сценки из любимых школьных произведений «Барышня-крестьянка», «Война и мир», «Метелица». Читают известные и не очень. Отрывки из произведений великих литераторов исполняют романсы. Ну и, конечно, какой бал без красивого грациозного вальса? Этим танцем и завершили свои конкурсные номера команды. По количеству набранных баллов третье место досталось студентам из сельхозколледжа, второе – ребятам из третьей школы, а победителями стала команда из школы номер 2. Но независимо от того, как распределились места, все участники зарядились отличным настроением, новыми знаниями и позитивными эмоциями.